Программа «Кино в Якутске» находится в зале ожидания аэропорта города Якутска. Сейчас мы здесь сидим с Эдуардом Пичугиным, владельцем киносети «Кронверк Синема». Сегодня у нас уже гораздо шире программа. Мы прежде всего решили уже строить кинотеатры не только в городах, миллионниках, да, а именно города малые и средние. То есть мы проработали более 1000 городов в нашей стране, из них выбрали 253. Наши киноцентры, они должны быть прежде всего многозальными, не менее 3-4 залов. Наша задача, вот одна из задач, кроме возрождения кинотеатрального показа, это создание единого информационно-культурного пространства Российской Федерации. То есть, получается, кинотеатр «Киносети» станет культурным центром. Совершенно верно. Ну что ж, Эдуард, спасибо вам за интересную беседу. Надеюсь, что ваш проект оплатится в скором будущем, и якутские кинозрители посмотрят не только голливудские и отечественные кинокартины, но и какой-то альтернативный киноконтент. Спасибо. А я хочу пожелать всем, конечно же, получать удовольствие от похода в кинотеатры. Смотрите фильмы и приходите в кинозалы, приходите компании и в кинотеатры, в кинозалы, получайте удовольствие. Магазин «Салон LED» предлагает огромный выбор цифровой и электронной техники, множество современных гаджетов и много другой полезной техники для вашего дома. Наш адрес: город Якутск, улица Дзержинского, 18, дом быта. Телефон 755-994. Ресторан «Барракуда». Каждую неделю на одном из федеральных каналов мы видим фильмы с его участием. Нам кажется, что он снял десятки фильмов. То, что он снялся в сотнях ролей, это верно, но снял он всего две картины: «Девятая рота» и «Обитаемый остров». И вот известный российский актер, продюсер, режиссер, сценарист Федор Бондарчук посетил город Якутск. И мы решили узнать, зачем же он приехал в наш холодный город. В городе Якутске, в 53-м квартале, будет построен новый не кинотеатр, а будет киноконцертный зал, в котором будет расположен 4 кинозала общей вместимостью порядка 1000 мест. Спасибо, что пришли. Я долетел. Давайте вот что, я немножко разверну. Скорее, это многофункциональный мультимедийный центр. И вопрос у Зана Кедуарда. Собирается ли кинотеатр «Сети Киносети», который будет устроен в Якутске, в будущем поддерживать региональное кинопроизводство? Здравствуйте. У меня вопрос простой, без подводных камней. Какой свой фильм вы считаете знаковым? Что сыграл для вас решающую роль в выборе вашей профессии? Считаете ли вы кинобизнес перспективным и прибыльным вообще в России? Почему вы всегда снимаете в своих фильмах? А зачем вы сюда приехали? Зачем мы сюда приехали? Куда? Сюда. В надежде построить кинотеатр. Красиво. Вас как зовут? Ульяна. Как вам наш город Якутск? Я его не видел. А как вам наш город Ельни? Вот он хороший. Этого материала нам показалось мало, и мы отправились на пресс-конференцию в Дом правительства. Нам хотелось узнать о цели приезда более подробно. И было очень интересно, кто же все-таки привез Федора Сергеевича. Эдуард, да, поясните, что мы с ними встречались. Я скажу, что первичная инициатива. Ну, идите сюда тогда. Мы же общались с главными вашими людьми. И я очень рад, что эта инициатива как раз не... тут явилась синергия. Это не мы зашли, а это, так сказать, наш, может быть, да и совместный проект. Тогда, ну, ты расскажи. Ну, мы, в принципе, давно планировали еще раз построить
кинотеатр в городе Якутске. Один уже проект у нас был, синема-центр. Но нам хотелось войти в федеральную структуру, чтобы была государственная поддержка. Ну, с этой серией мы с Владимиром Давидовичем Ивановым вместе разрабатывали, прорабатывали этот вопрос. И в конечном итоге у нас Петр Сергеевич здесь, у нас в городе Якутске, Светлана Пичугина. Мы очень долго в Москве рассказывали, я узнал огромное количество фантастически интересных подробностей по поводу специфики показов в Якутске на уровне, как должно выглядеть кресло и так далее. Это все было жутко интересно. А что самое интересное из этих рассказов? Ну, наверное, попкорна не будет, да? Нет, попкорн будет, почему? А вместо него будет, наверное, сушеная наша. Я говорю, слушай, ну, почему вы занимаетесь этим? Он говорит, я его очень люблю. Я там занимался другим, потом одержим и стал заниматься кинотеатральным показом. И все это пошло. И сейчас я вот этим живу и очень эффективно управляю. Ну и пресс-конференции нам показалось мало. Кино в Якутске пробралось в святая святых канала НВК «Саха», студию прямого эфира, куда нас никто не позвал, где собрались все, кто как-либо связан с кино в Якутии. Или не связан абсолютно никак. Скорее всего, вы видели этот эфир. Но, как всегда в жизни, самое интересное осталось за кадром. И кино в Якутске вам это покажет. А торт унесем, девчонка нам сказала, где Вика? Что попроще, ребята, на температуру. Учиться? Завтра всем учиться. Да, все университет Санкт-Петербургский. Не-не-не-не. Очно. Очно, заочно, понимаешь. Миша, когда поступаешь в Санкт-Петербургский? Я завтра. Завтра? Как часто бывает, на первом плане оказываются совсем не те люди. А те, чьими стараниями родился проект этого кинотеатра, остались за кадром. Кино в Якутске решило исправить эту несправедливость и узнать информацию из первых уст. Только что вы наблюдали ажиотаж после прямого эфира на НВК «Саха», после прихода в эфир Федора Бондарчука. А теперь я хочу поговорить с людьми, которые все это организовали. С Дмитрием Васильевичем Федотовым и с Владимиром Давидовичем Ивановым, продюсером Чингисхана, тайны Чингисхана. Как вам сегодня этот день прошел? Да, день-то был волнительный. Действительно, мы планировали сегодняшнюю программу достаточно насыщенную прямо с утра. Но так произошло, что самолет Федора Бондарчука не сел. К сожалению, нам помешало доснять интервью эгоистичное желание околокиношного сброда погреться в чужой славе. И действительно, самолет из-за непогоды отправили на запасной аэродром в Нерюнгри. Они же улетели сейчас в Нерюнгри, да? И нам сказали, что они их пересадят на Андорчик. Из-за этого многие мероприятия, которые были запланированы нашими якутскими продюсерами, были отменены. Все, понял, спасибо. Сейчас мы находимся с нашим вице-президентом, с Дмитрием Евгеньевичем Глушко, и мы побеседуем о кино. Здравствуйте. Добрый день. Вот сейчас в якутском кино сложилась такая тенденция, что независимый производитель, когда он готов прокатывать на киноплощадке города Якутска, ну, на одной из трех киноплощадок города Якутска, сталкивается с тем, что площадка прокатная забирает 60, а то и 70% кассового сбора. Как вот к этому относитесь? Ну, я думаю, что в первую очередь нужно относиться к этому вопросу как к бизнесу. И люди, каким образом строят этот бизнес, как между собой договариваются, это вопрос именно к двум сторонам, да, которые участвуют в этом процессе. Но я думаю, что с учетом того, что в республике очень много молодых людей стало снимать своих фильмов, и эти фильмы востребованы, и я вижу, что довольно большой ажиотаж вызывают эти фильмы, я понимаю, что раз кинотеатры, по сути, создав такую некую монополию для проката, и создали такие неприемлемые, по сути, условия для производителей этих фильмов, значит, нужно подумать, каким образом изменить эту ситуацию и создать альтернативную площадку, где молодые люди или там коллективы, которые снимают, могли бы показывать эти фильмы на других условиях. Я думаю, что здесь нам нужна просто альтернативная площадка для проката. Может быть, даже какой-то кинофестиваль, я не знаю, нужно будет думать на этом. У нас в городе с населением 250 тысяч человек. 300. 300, уже 300, да. Сложилась такая ситуация, что огромное количество кинолюбителей просто-напросто скачивает фильмы. За счет того, что интернет-компании попустительствуют торрент-пиратству. Конечно же, отношусь к этому негативно по двум вещам. Первое – это нанесение ущерба производителям этих фильмов. И, соответственно,
эти люди не отбив деньги, не снимут новый фильм, если он хороший. Если он... Для самого потребителя это низкое качество фильма, оно отличается. И вообще, мне очень нравится уходить в кинотеатр, я вижу, что в кинотеатре этот фильм смотрится совершенно по-другому. Даже он смотрится все равно намного лучше, чем ты смотришь по отличному телевизору у себя дома на удобном диване. Недавно я в Москве сходил в кинотеатр, где экран размером вот 9-этажный дом. IMAX. Да, IMAX, да. И у меня совершенно вообще впечатление о кино, оно просто еще изменилось настолько, я получил столько эмоций, что я понимаю, что никакой телевизор, никакой интернет, никакой компьютер не позволит посмотреть в качестве, которое это можно увидеть реально в реальном кинотеатре. Практически все государства, у которых континентальная система кинопроизводства, в которой 90% фильмов субсидируется государством. Государство никогда не имеет цели заработать на кинокартине. Это воспитание патриотического духа. Это идеология. Да, идеология. И планируете ли вы в будущем создание идеологических якутских картин? Я уверен, что направление по поддержке, в первую очередь, создание вот этих вот прокатных площадок, кинотеатров, оно как раз должно привести к увеличению фильмов. Но и заказ государства на подготовку фильмов с определенной идеей, с определенной задачей, при этом так, чтобы они были сняты так, чтобы на самом деле зритель на них хотел идти, то, конечно, такая работа должна быть. Я не могу сказать, когда мы и в каком объеме будем финансировать за счет бюджета республики. Я думаю, что такая поддержка может быть оказана не только за счет бюджета республики, но и за счет компаний, крупных компаний, которые работают в республике. Сегодня было очень много сказано о кинобизнесе, о киноиндустрии, о киноплощадках, о количестве кассовых сборов, да? И я вот сейчас хотел бы с вами поговорить не как с чиновником, с политиком, а как вот ваши личные кинопристрастия. Что вы любите, что вам запомнилось последнее из кино? Я знаю, что у вас не так много времени, чтобы просматривать все новинки, но... На самом деле, меня ведет сын в кинотеатры, и я стараюсь с ним идти, когда он говорит, что это фильм стоящий, его стоит посмотреть. А из последних, то, что мне запомнилось, конечно, это «Аватар». Я его смотрел, наверное, раз 15. Я его смотрел в кинотеатре и после этого очень много смотрел по телевизору с диска. Этот фильм, он не просто потому, что очень много вот этих интересных эффектов, да, а именно потому, что он просто близок к пониманию вот того, как у нас в Якутии понимают вот экологию природы. И это очень близко, и оно прямо вот очень много узнаваемых моментов, поэтому это очень интересно. Но если говорить о пристрастиях, то я очень люблю, вернее, это наш семейный такой фильм, это «Ирония судьбы» или «С легким паром». Часы вокзалы, платочки белые, платочки белые. Я очень люблю фильм, на котором, когда создавалась моя семья, и мы с женой его смотрели очень много, многократно. Это «Эйс Вентура. Розыск домашних зверюшек». Excuse me, gentlemen. Head detective. Вот именно первая вот эта вот часть с Джимом Керри. Именно только этот фильм, и больше я с ним не могу смотреть фильмы. Ну что ж, Дмитрий Евгеньевич, спасибо вам за столь интересную беседу, за откровенные ответы. И смотрите кино в Якутске. Только с вами, только хорошее кино. Для музея синематографа, Сергеевич, пожалуйста. Пожалуйста.